Начать Road to Edewatata. Ну да, приключенческая игра от первого лица, основанная на сюжете и решении головоломок. Для достижения прогресса исследуйте древний храм и узнайте, зачем вы здесь. Используйте свой ум и навыки, чтобы убежать от него. Но будьте осторожны. От кого убежать, я так, честно говоря, сейчас и не понял. Ну ладно, подписываемся. Не забываем, вам не сложно, мне приятно. Давай-ка по игре пройдемся. Ну, как всегда, подхрамывающая оптимизация. Ну, это демо-версия. Ну да, вполне приличная, как ни странно. Игра с хорошей графикой, но вполне приличным окружением. И некой возможностью исследования решения различных головоломок. К примеру, как поставить камень под ноги, если одного мало, а другой отскакивает от первого. Но вполне решаемая многократными постановками одного камня на другой. Да, с коллизией пока здесь небольшие проблемы. Но это вполне решаемая проблемка. Также в игре есть русский язык. Точнее, русский перевод. Так что можно почитать оставленные записки. Шрифт, в принципе, более-менее нормальный. Для того, чтобы тут полноценно понять сюжет, все-таки придется их читать. Ну, вообще, в общем и целом, ну, неплохая задумка. И вполне приятное исполнение у данной игры. Да, немного странные местами. Постоянная ночь, нет смены дня. Много, конечно, некоторых минусов можно найти. Но, в принципе, как чисто сюжетная такая хоррор-бродилка с решением головоломок. Правда, хоррора я тут так и не нашел. Вполне, в принципе, нормальная.